якорь вытравить. На малый перейти. Когда надо будет, тогда и вытравим. Так держать? Есть так держать. Яйца курицу не лучат. Отфиксировалось? Сейчас посмотрим. Ничего, а? Альбана. Хорошо. Даю свет. Правда? А что ж, неплохо. А я вам говорю, что не пройдет и двух недель. Ой! По местам шлюпки готовить. Что случилось? Наскочили на банку. Что такое? Наскочили на банку. Собирайте вещи. Не
Снайпер. Эй, на шлюпке! Ага, она. Зарецкого. Ко. Мне. Есть! Приказ, но выстрелиться на дверь! Ага, влип. Ну ладно, вот. Срочный пакет начальника экспедиции товарищу Петрову. Давайте. Товарищ Головняк. Моим помощником в экспедиции назначаю товарища Зарецкого. Все. Не забудьте передать ему об этом. Thank you.
Погибло поморское судно Святой Фока. Остались живы 6 человек. Человек Иван Зуев, Федор Королев, Журавлев. Захар Иванович! Захар Иванович! Эй-эй! Какой замечательный крест! Как красиво, Захар Иванович! Вон полоска белой пены, как кружево. Кружево. Это рифы. Рифы? Да еще туман был. Надо было якорь вытравить. Ну, кто ж знал, Захар Иванович? Капитан обязан знать. 30 лет плаваю. И не уберег. Легче бы самому на дно лечь. Нельзя так говорить, Захар Иванович, стыдно. Характер у меня худой. Начальник партии «Прон», мне поручено поднять ваш корабль. Hop, mein Name.
Лови. Я не понимаю, собственно, в чем вы меня обвиняете, товарищ начальник? В том, что ваши личные отношения начинают тормозить работу. Товарищ начальник. Как вам не стыдно, товарищ Зарецкий? 28 дней возимся с промывкой туннеля. На носу полярная зима, а вы миндальничаете. Все ребята работают на совесть, а Головня не хуже других. Если мы к назначенному сроку Альбанова не поднимем... А мы поднимем, товарищ начальник. Это хорошо, что вы уверены. Но вы отвечаете не только за себя. Головню я считаю своим учителем. Ну ладно. Только если я этого учителя еще хоть раз увижу под газом, отстраню от работ. Есть. Можно идти? Да. Владимир Петрович, нам с вами необходимо выяснить. Войдите. Добрым утром, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите идти, товарищ начальник? Идите, товарищ Зарецкий. Серьезный паренек. Да. Артем Петрович, я к вам опять спрошу. Ничего не выйдет. Но когда-нибудь я должна опуститься под воду. Зачем? Не надо. Брось этот тон, Артем Петрович. Я газетный работник и должна все видеть. Да там все равно темно. А водолазы как? Водолазы. Водолазы? Водолаз. Мне нужно знать план дальнейших работ, товарищ начальник. Вот это возможно. Вот, пожалуйста, сюда. Здесь все видно. Какое неприятное лицо. Это моя жена. Жена? А она в сущности? А у нее в сущности? Она, наверное, очень хороший человек. Я с ней разошелся. Дом.
быть чутким, Артемий Петрович. Ира. Интересно. Любку к трапу. Ну, как у тебя? Все в порядке? Так. Вспомнил? Соня, ну как у тебя? Работаешь? На полный? Ну-ну. Воздух? Сейчас. Вода. Стирайте очки, товарищ Головня. Есть. Приказ не втирать очки. Надо быть внимательней. Есть. Учитель. Спасибо. Влип. Жаль мне тебя, молодой. А пойдешь ты у меня килем вверх, а? А я срежу.
Нельзя на глазах всей команды поощрять нарушение дисциплины. Человек не хочет считаться с предупреждениями. Ты что ж предлагаешь? За систематическое пьянство и очковтирательство отстраняют от работы и отдают под суд. Так. Ну, а ты как об этом думаешь, товарищ Зарецкий? Я? Я считаю Головню очень ценным работником. Он пользуется громадным влиянием среди водолазов и... Тем более он заслуживает наказания. Если к нему подойти как-то иначе... Как? Ну, просто. По-товарищески. Головня бросит пить. Я за него головой ручаюсь. Вы уже ручались однажды. Не дешево ли вы цените вашу голову, товарищ Зарецкий? Не думаю, товарищ начальник. Так. Никитич, ты как? Я согласен с товарищем Зарецким. Головня парень хороший. А насчет выпивки... Комсомол, что скажешь? Я считаю, Зарецкий прав, конечно. Мы очень любим Головню. С ним работа идет на полной. А вот то, что он выпивает, так мы это все осуждаем, товарищ начальник. Осуждать мало. Надо так его уговорить, чтобы он это дело бросил. Верно? Верно, товарищ начальник. Вопрос ясен, товарищ Петров. Вполне. Для обеспечения дисциплины Головне на бюро вынесем строгий выговор. И поручим товарищу Зарецкому поработать с ним. Под его личную ответственность. А? Ну что ж, я... Зарецкому? Да, Зарецкому. Он умеет с ним говорить по душам. Не возражаю, товарищ Петров. Хорошо. Попробуем. Понятно? Есть. Слышь, начальник, пора давать воздух в средний. Разрешите? Давайте. Пошли. Нет, Никитич. Что это ты, Артемий? Как речь зайдет о Зарецком? Так ты сразу на все пуговицы застегиваешься. Так ведь... Я... По уставу? Да. Товарищ начальник, большая земля вызывает. А? Пошли, пошли. Говорит Ленинград. Радиостанция имени Кирова. Слушайте перекличку с партии Эпрон, работающей у берегов новой земли. У микрофона начальник главного управления краснознаменной экспедиции подводных работ товарищ Крылов. Ваш рапорт о досрочном окончании водолазных и подготовительных судоподъемных работ получил. Рад за вас и поздравляю с первым успехом. Не ослабляйте взятых темпов. Уверен, еще большим сплощением всех работников вы, безусловно, выполните свое обязательство и досрочно поднимете Альбанова. Тем самым докажете нашей славной партии и правительству, что эпроновцы умеют в любых условиях работать по-большевицки и целиком оправдают слова нашего любимого вождя, товарища Сталина, что труд в нашем союзе является делом чести, славы, доблести и геройства. Горячий привет вам, товарищ. Вот как. Не забывает нас, Фотий Иванович. Да. Ну вот. Как будто и меня похвалили. Внимание. У микрофона жена начальника экспедиции, товарища Петрова. Артемий? Здравствуй, Артемий. Это я.
У нас здесь все очень хорошо. Обо мне заботятся. Вызвали с тобой поговорить. Я очень рада, что вы... Что ты скоро вернешься. Внимание! Вызываю краснофлотца товарища Захарова. Товарищ Захаров, вам привет с Черного моря от Тани Никольской. Я говорил, она на меня глаз положила. Краснофлотца товарища Мельникова. Товарищ Мельников, вам привет с Черного моря от Тани Никольской. Она на тебя левый глаз положила. А на Мельникова правый. Вот как, брат Артемий Петрович. Артемий Петрович. Значит, то, что вы мне сказали. Варя. Какая вы? Какая? Я сказал вам правду, Варя. Товарищ начальник, разрешите обратиться к товарищу корреспонденту. Да? Товарищ корреспондент, вас просят в радиорубку. Я сейчас. Товарищ Головня. Есть, товарищ начальник. Нет ли у вас папирос? Есть, товарищ начальник. Спасибо. Ну так как? Все думаешь, как лучше, Артем Петрович. Доложите товарищу Зарецкому, что я видел вас в нетрезвом состоянии. Есть, товарищ начальник. Улип. Да. Скучаешь, Захар Иванович? На, с твоего кораблика. А сам-то что же? Болен? Не. Мне Артем Петрович не советует. Да. Так, подрисуем крантики. Какие это крантики? А вот эти? Это не крантики, а винтики.
Ах, Винтель! Так точно. Ну, Винтель так Винтель. Пора бы знать. Крань. Скажите, а вам нравится Петров? Петров? Хороший командир. А человек? А плохой человек не может быть хорошим командиром. И как могла жена бросить такого человека? А может, она полюбила не менее достойного? Ну да. Небось, Фендрик какой-нибудь. Похож? Как вы сказали? Похож, говорю? Не очень. Много вы понимаете. А ну, прибавь воздуху. С дурой. Я вижу, вы опять про якорь вспомнили. Я, Варенька, это дело всю жизнь помнить буду. Ну и напрасно. Говорил мне тогда умный человек, вытравить якорь надо. И что ж вы его не послушали? Послушали. Я, может, и сам хотел вытравить, а тут он... Да разве я в его годы мог капитана учить? Мог. Ну, Захар Иванович, начал дуть три дни. У тебя головня был? Был. Опять пили? Захар Иванович! Захар Иванович! Аманал. Сколько?
три. Действительно. Неужели он на нас идет? Доктор, я с вами! Хорошо! Оденьтесь потеплее! Давай, Захаров, торопись, торопись. Одиннадцатый. Эти оставить. Надо вот будет куда приходить. Ну да, что вся работа пошла прахом. Этой штукой ведь ничего не сделаешь. А ерунда. Нет, разобрись, костей, Архайм и Север, что лучше тебя. Ну что же, Аманал, живо! Черту, Аманал! Вот и кораб, Аркей. Товарищ Мершулов, прошу не вмешиваться в мои распоряжения. Грузи, Аманал. Есть, грузить, Аманал. Еще. Отдать концы! Есть отдать концы. Товарищ капитан, разрешите. Захар Иванович, одевайтесь скорее. Ну? Долго я буду ждать? Да. Я пойду. Я пойду с ними. Принимай конец. Я волны. Куда? Куда вы? Конец отдал. Захар Иванович, а я? Держи ногу. Клади еще.
Черт его знает. Товарищ начальник, надо бы понтоны опустить на грунт. Заденет подводной частью. Товарищ Зарецкий, надо опустить правые понтоны. Иллюминатор. Головняк, ну как тебе? Плохо?
Что? Что передать? Погиб? Кто погиб? Да брось трепаться. Что? Нет воздуха? Ну, ты там спокойнее. Главное, спокойствие. Зарецкий! Николай! Правый носовой жесткий. Левый? Левый вырвало с полотенцем, товарищ начальник. Да. И обратно потянул за собой три носовых мягких. Черт, так и знал. Что случилось? Левый понтон вырвало с полотенцем. С полотенцем? Слушай, головня. Мягкие понтоны принять на палубу. Жесткие опустить на грунт. Полотенце немедленно готовить к протаскиванию. Есть, товарищ начальник. Я уже распорядился, товарищ начальник. Есть. Захарова одеваться, живо.
Понимаю. Будьте покойны, товарищ начальник. Одну минутку. Передаю трубку товарищу Меркулову. Захар Иванович, ну, какой псток? Шторм? Шторм идет. Как? Старик говорит, завтра бухту может забить льдами. Так. Нужно выходить. Торопите, доктор. Дай доктора. Доктор, сколько сидим? Какое давление? О, открывай. Не могу, товарищ начальник. Еще 10 минут. Ну ладно, ладно, давай открывай. Кто больной? Мы оба прекрасно себя чувствуем. Не могу. Еще 9 минут. Черт. Ну, еще 9 минут. Бюрократ? Ну, долго вы еще их там мучить будете? Азот еще из организма не успел выделиться. Если я их сейчас выпущу, они заболеют кислотной болезнью. Тогда не выпускайте. Держите. Артем Петрович. Да? Нам с вами до сих пор никак не удается выяснить, а что выяснять? Да, но давайте работать, товарищ Зарецкий. Есть. Дэн, давай быстро. Так? Что? Да-да. Через 15 минут буду у вас. Никуда вы не пойдете. Это почему? А потому что у вас температура 39. У вас разбито плечо. А, ерунда. Да подождите вы. Вы не мальчик. Вот именно, не мальчик. Артемий Петрович. Уйдите. Жесткие потопили. Начали протаскивать полотенца. Как начали? Да. Только начали? Да вы что? Мы. А если завтра мне бухту льдами забьет? Ну так ведь север. Север. Кто на грунте? Ты.
Третья вахта. Одевать головню. Он только что сменился. Одевать головню. Есть. Ты бы лег, Артемий. А ты бы лег? Ну, хоть выпей капель. Капель? Иди поторопи, капель. Так почему задерживаешь? Заедай. Так. Так. Давай, давай, ребята. Ну да. Левый застропили, а вы, понимаешь? Товарищ главный. Товарищ главный, вставайте. Вставайте. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Иван Павлович, без вас там ничего не получается. Черт, ну, черт. Товарищ главный. Главня! Главня! Черт, никак не очухается. А ну, тряхни как следует. Есть. Ну, Бабкин, сейчас по Миколаевне идет. Слушай, Головня, пойдешь на грунт? Есть на грунт. О, черт, здорово спать. Захаров, посади его. Есть. Начальник приказал на грунт идти. Головня, пойдешь к Бабкину? Они там не справляются. Есть. Ну, давай, канал. Затягивай. Где мы? Ничего, ничего, все хорошо, сейчас. Сорвалась якорей, несет на рифы.
Катер к борту! Катер к борту! Передайте Костика, иду за вами! Есть, передайте за вами! Стоять! Дайте, дайте! Давай коня, шибку! Право! Порядке!
ты. Железо. Двууглекислое. 0,0005. Литий хлористый. Ниоб. Не предмено. Свободная углекислота 1,8871. Свободная. Свободная. Пей, Захар Иванович, пока шипит. Я так и знала! От любящих. Мы на обороте, как голубки. Thank you.
Втирайте очки. Не втирайте очки, говорю. Вот и я. Варя! Вот. Неожиданность. Юрка, это два.